Новый начальник УГИБДД МВД по Республике Дагестан был представлен коллективу накануне. О проводимых мероприятиях в части обеспечения безопасности дорожного движения и о задачах, которые предстоит решить на своем посту Александру Шалагину, рассказал генерал-лейтенант полиции Михаил Черников, который приехал из Москвы. Очень непростая республика, с очень хорошими традициями, с прекраснейшими местами, красивейшими местами. И я от всей души благодарю за ту работу, которую вы делаете. Она самая сложная, наверное, сегодня, если по территории брать, наверное, и в территории нашей страны, именно Республика Дагестан, и в этом сегменте обеспечивает безопасность, в том числе и безопасность дорожного движения, это, конечно, одна из труднейших задач. К своим обязанностям новый начальник уже приступил. Напомним, ранее Александр Шалагин занимал пост заместителя начальника УГИБДД России по Астраханской области.